Про таких людей говорят, что на них держится весь край. И правда, в зале ветераны строительной области, операторы машинного доения, слесари-ремонтники, учителя, медики. Все из разных районов региона. Награды тоже разные. Родительская слава, заслуги перед Отечеством, за честь и мужество. Для того, чтобы быть удостоенным такого уровня наград, необходимо, чтобы люди, с которыми вы вместе живете, работаете, вас выдвинули, дали свою оценку. Нужно пройти определенное и достаточно сложное сито. Евгений Королев – врач-хирург из Троицкого района. Сегодня он награжден за заслуги в труде. Правда, эта медаль должна была найти своего героя еще в апреле. Тогда Евгений не смог приехать в Барнаул. В больницу привезли пациента с перитонитом. Понадобилась срочная операция. Королев помог сохранить жизнь. И таких историй за 27 лет работы немало. Но на одном месте все, да, как приехал в 93-м году врачом-хирургом, ординатором, через год стал заведующим и до сих пор работаю там. Государственные краевые награды сегодня получили 40 человек. И эти награды станут не просто поощрением за работу, но и мотивацией двигаться вперед. Ирина Корчагина, Николай Шелко, «День с толком».